Открытие нового производственного помещения Skyway – это очередной шаг к увеличению объема производства подвижного состава, элементов эстакад различного типа и иных компонентов систем струнного транспорта Юницкого. В рамках небольшой церемонии «Честь разрезать красную ленту на входе в новое здание» выпала генеральному директору закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Надежде Косаревой и заместителю генерального директора по производству Алексею Савину. Компания постоянно развивается, очень быстро развивается. И наши производственные помещения, имеющиеся, не могут охватить весь спектр задач, которые мы, наша компания, перед собой ставит. Соответственно, это только первый шаг реализации нашего проекта по организации производства. Новый цех имеет общую площадь около 1200 квадратных метров. В нем на всю ширину пролета установлена опорная кран-балка, а также предусмотрен склад с отдельными воротами. В ближайшее время сюда будет переведен существующий сборочный участок, на месте которого разместится новое механообрабатывающее оборудование. Данная площадка позволит в краткие сроки адаптировать производственные процессы под текущие нужды инжиниринговой компании-разработчика Skyway. Организацию мелкосерийного производства металлоконструкций, подвижного состава Skyway и комплектующих к нему для обеспечения инфраструктурных проектов в Ближневосточном регионе, в первую очередь в Объединенных Арабских Эмиратах. Это позволит проектной организации Skyway своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по реализации адресных проектов перед иностранными партнерами.